Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня будем с вами пробовать проходить дальше за пределы, пока не зафармим. Интересно просто, что мы здесь на божественном мега уровне Hell, адском уровне, сможем сделать. В прошлый раз мы застряли на родине, которая нас просто унизил. У него отхил по 3 ляма. Мы его не пробиваем, то есть Ронина вообще нереально здесь убить. Поэтому даже не знаю, что дальше делать, но поехали. Попробуем разные варианты. Может, что-то даже получится, кто его знает. Так, с Космо. Фрая надо поменять. А то непонятно, где какая. Хранитель леса я вам вчера показал видос, честно скажу, меня он не впечатлил. Против землеройки реально сложно. Надо попробовать будет с уклоном, но опять же землеройка будет попадать. То есть недомогание и прочее все равно будет накидываться. Блочка. Ну, мы еще несколько разных тестов сделаем, есть у меня в планах, чтобы уже определиться. Так, ну дайте какую-то пятерку нормальную. Вот, кстати, такой вариант тоже интересен. Если всем накинуть поле, тоже в итоге будет. Нету толкового, вряд ли чини. Ладно, попробуем такой вариант. Я думаю, мы все равно первый уровень там должны пройти, плюс-минус. На втором, третьем будут у нас вопросы. А, так, ставим Фрэнка этого, его, землеройка, зефира, культист обязательно. Мэри. И тут вопрос. Брать Фрэнка или Варда. Или землеройку пробовать убрать. Хотя Феникс, по сути, мы с Феном уже с вами пробовали. Вот смотрите, с первой же тычки у нас затычки. Это просто пипец, я вот фигею. Такая вот пачка у нас будет. Самая мега имбовая. С топовым дефом. Но это нас не спасет, по сути, дальше. Возможно, на первом этапе мы еще здесь что-то сможем сделать, но дальше это пипец будет. Так, ну я буду собирать, наверное, на атаку пробовать, чтобы пробивать. Потому что других вариантов я пока не вижу, честно говоря. В прошлый раз я уже побегал с точностью. В итоге мы пришли к тому, что мои герои максимум 2к дамажат. 2 ляма точнее. А Ронин просто восстанавливает себе за одну тычку сток. Это печально.
Тут хоть наши герои не проседают так. Это первый левел. На втором там будет половина пачки уже слита, если мы так будем бегать против таких пачек. Ждем обнову, посмотрим, что они там поменяют. О, у нас первый трэш начался. А тут мы должны, по идее, этого Зефира ушатать с маской. Он не так уж и много сейчас хилит. По 258к, это, в принципе, мало. О, у нас огник слился. Как-то неудивительно, да? Смотрите, Зефир, Дуэлянт, Фрея. Конечно, лучше напасть на эту пачку, где один Зефир и Огник, в принципе. Но я смотрю, герои, конечно, конкретно проседают. Тут хоть шанс повыше, чем там. Там Фрея, Зефир и прочие хренотень. Здесь хоть два топовых героя, четыре такие себе, которые угрозы не несут. Сколько у нас уже здесь отхил, интересно, у него. Там был 258. Я что-то не успеваю заметить. Убили красавчики. Такс. Давайте все-таки приоденем немножко героя по-правильному. Кстати, давайте попробуем такого вот Зефира сделать, чтобы он еще дополнительно блокировал. Я просто в шоке. Будем миновать эти пачки веселые. Чувствую, когда топ-донат, ну, ни хрена сделать не можешь против локации. Потому что она просто нереальная. Кстати, Космо неплохо тоже заходит против Фрей. Что у нас Фрея? 457, ребят. Не успели мы пройти там 3-4 пачки, и уже отхил увеличен в 2 раза. В 2, Карл. Просто бред, блядь. Таким образом мы доходим до отхила в 2 ляма на втором левеле. Нормально, так или на третьем, нафиг разница, но это просто писец. 6 топовых героев ни хрена не могут сделать одной Фрейе. Там просто она уходит в инвиз, и посмотрите, 457, 457, а потом еще, я насколько понял, выживание дает фуловый отхил. Ну не бред, а мы еще и миссаем по ней. Это при том, что у меня здесь герои с точностью. Зефир вообще с точностью собран весь. Мы ее не убили. 6. Настало время Мэри. Мэри должна здесь справиться, по идее, очень быстро с этой проблемой. Если, конечно, она выжит. Вот 3,5 ляма, 2 тычки и все. Не знаю, что тут еще говорить. Будем пробовать собирать максимум атаки и крита.
Но я не знаю, спасет ли нас это дальше. Ну, видите, Мэри, в принципе, отлично заходит. О! Че, рискнем, ребята? Да нет, конечно, не буду я рисковать. Просто жесть полная. Это мы проходим первый левел только. О, ну хоть здесь. Хоть с боссами повезло. Ну как-то странно, вот, реально. То нормально проходим, то ни хрена не проходим. Кого слили? Ворожая слили. Каким образом максимальный деф, блин, уклонение и ворожая слит? Ну не бред, а? Лучше восстанавливаются немножко. Блин, надо было идти на восстановление. А, это там так, смотрите. Ну там Фрая тоже неплохо дамажит. 720к всекает моему оккультисту. Нормас, чё? О, я не заметил Роньку. Я думаю, чё за фигня? Ну здравствуй, Роня. То чувство, когда, знаете, вот вообще не хочется на Ронинов нападать. Потому что понимаю, что просто не то, что не убьешь, а просто получишь... Точнее, не получишь люлей, не убьешь. Так. Будем миновать пачки с Ронинами. Других вариантов я не вижу. Если еще с Фрейей я могу там с Зефиром справиться, Ронина нереально просто убить. С такими отхилами это бессмысленно даже. Пока держимся даже без ворожея. Нормально, что там у нас? Атака 18, вообще херня какая-то. Такс. Креснули мы нашего ворожая. Вроде все живы. Отлично. Смотрим. Главное не попасть потом в итоге на пачку с Ронином. Ну, по центру. Так, чтобы следующий шаг мы могли делать выбор на две пачки. Хоть и здесь оккультист, который тоже часто бывает портачит. Опять Огник слился. Но вот каким хреном? Вот объясните мне, как Огник так сливается? При том, что у меня Огник непростой. Вот я хрен его знает. Может, я что-то не знаю. Давайте поставим сюда что-то другое. Но это просто пипец. С вальсом он улетает. Это при том, что здесь у нас еще и уклонение нормальное. Не могу понять. Смотр так бьет, и они добивают его. Бред какой-то происходит. Так, главное не попасть потом на Ронина. А, мы пошли в 5 героев, но я красава, чё. А чё нет? Мы в 5 героев тащим. Сколько там уже отхил? Я уже не заметил.
сколько там, 14 лямов жизни. Нормально, а чё нет? Что такое сегодня 14 лямов жизни? Такс. Фрэнк. Ну, нормально, пойдем через эту пачку. Вот нравится мне Мэри, вот реально ложит полностью пачки. Смотрите, опять ворожей слился. Ну каким образом он сливается? Ну вот объясните мне, Айджи. Может, я что-то не понимаю. О, Ронька, здравствуй, Ронька. Все-таки нам в итоге ребята помогли и дали Ронина, как мы и просили. Спасибо, IGG. Я вас люблю. То чувство, когда доходишь, вроде всех нормально шатаешь, но доходишь до босса и понимаешь, что у тебя сейчас тут шанс равен просто нулю. Нормально, чё? Мэри даже есть, она здесь не спасает нас. Просто no comments. 6 лямов прилетает от Мэри. И посмотрите на этого долбанного Зефира. Ну а с Ронином сейчас мы будем разбираться. Сейчас посмотрим. Ого, нифига себе! Это кто так долбанул? Хоть оккультиста, походу Мэри, ребятушки, тащит. Надо все-таки брать вот эту тему. Крит, крит, урон, урон. И будет вам счастье. Изи просто. Там на 12 лямов плюха прилетела. Охренеть. Это мне уже нравится. Конечно, я не нападу на Зефира. Я что, дурной? Я уже смотрю, тут такой дамаг пролетает конкретный. Смотрите, моих как начинают ливать. Причем, посмотрите, тут герои не особо... Ай-яй-яй, я не выбрал не то. Зефир. Фрея. Стрелок. Тыква. Попробуем этого. Попробуем 4, в 4 рейла. Че нам? Че нам? Нам пофиг все. Вот Мэри, кстати, нормально дамажит, посмотрите. Вот говорили Мэри, Мэри, но реально Мэри сейчас тащит всю пачку. Просто разваливает их. А вот тут я не знаю, кто кого развалит, но... Не досмотрел. Но Барт, блин, Барт красавчик. Это мы их прихлопнули всех. Да, в принципе, какая разница, мы сейчас будем все равно делать перезаход. Охренеть. Вот это я напал. Че не было пойти просто на фонтан? Никого не убил. Просто тупо слив в ноль. Так, окей, у нас тут есть запасы. Поехали, попробуем другой вариант. Оккультист, ворожей. В принципе, это не нужно. Так. Конечно, сложно будет с ними воевать. Ух, прилетело. Прилетело, а Космо ушел сразу же нафиг. Да ну нахер. Вы что, прикалываете, что ли? Короче, походу, потолок, ребята, у нас это... Второй этаж на моей силе. Либо же полностью избегать всех, стараться оккультистов и прочей хрени. Но это просто пипец. Они угорают, походу. Не, ну а чё, 35-е супер-пэты у всех. Они могут себе позволить жировать. Чё там нам?
интересно, у кого пачка. Сколько отхил, лям? Да вы чё, блядь, угораете, что ли? Где я столько дамага наберу? Вот у меня сейчас дамага вроде и нормально. Посмотрите, какой там дамаг по оккультисту пролетает. 3, 4, 5 лямов. И посмотрите, как он себя хилит. И вы хотите сказать, это нормально? Посмотрите на дамаг. Просто жесть какая-то. Там конкретно прилетает, и нифига это нас не спасает. Я в шоке. Давайте будем делать, пробовать перезаход. У меня есть еще одна идея. Попробовать поставить всем героям. Хотя там, в принципе, ворожаи, они же все снимают. Толку от этого никакого не будет. От блокировки. Там все снимается. Эти молчанки наши до одного реально места. Посмотрите, какой дамаг по оккультисту хреначится. Посмотрите, как он себя хилит. Ему обратка вся обратно возвращается. 3-4 ляма. Я хренею. И тут все пофиг. Это реально, это просто пипец. Ты понимаешь, что ты тут ничего уже не сделаешь. Вот я что-то нажал сюда, какого хрена было нажимать? Но это нереально просто. Весь дамаг мой просто превращается в отхил. То есть пачка, где есть оккультист, на нее тоже бессмысленно нападать, особенно на хай-левела. Просто насрать. Я в шоке. Сейчас я попробую еще уберу. Последний раз попробую. Но потом я буду еще пробовать, конечно. Но это реально, ребят. Пачка зла. По-другому ее не назовешь. Не надо никаких зефиров, огников, фрей. Просто ставится оккультист, ворожай то, о чем я говорил. И все, и на этом все заканчивается. Пожалуйста. Оккультист, ворожай, фоба. Дуэлян даже там живет каким-то образом. Не знаю, каким, правда. У Космо у нас улетает сразу же, причем. Космо вообще беспонтовый. Хотя он бы нам, в принципе, здесь помог, наверное. Но это просто бред. Еще есть один вариант попробовать, может, ну я Мишаню уже не могу сюда поставить, чтобы он станил. Попробуем кого-то другого. Хотя толку. Есть вариант, конечно, попробовать немножко стана добавить, как вариант. Я не знаю, правда, что там у меня по эмблемам. У меня их нету. Не варик вообще. Да, ребятушки. Однако это весело. Это реально весело. Даже если мы уберем отсюда Барда, поставим сюда Фрэнка.
думаю, это все равно нас никак не спасет. Смотрите, их двоих просто убрали. Убрали нафиг. То есть без барда тоже здесь ни хрена не сделаешь. Ну, опять же, очередная пачка, которую нельзя пройти. Пачка зла. Просто пипец. Просто пипец. Третий левел, я говорю, на третьем левеле мне надо просто избегать всех. Ронинов. В принципе, зефиров можно бить. И Фрей, и Ронинов, и оккультистов просто надо избегать. Я что-то так посмотрел, понадеялся, напал, но это бессмысленный бой. Вообще просто пипец. Нам тут даже, ну, Мэри тут вообще ни хрена не сделает, по сути. Попробуем обратно вернем барда. А тут, наверное, что не делает, даже если мы сюда сейчас землеройку втулим. Что землеройка сможет сделать? Реально. Землеройки уже нет. Она уже улетела. А весь дамаг, который прилетает вот сюда, он весь резается. И все. И ты просто в просак попал. Как обычно. Не посмотрел, напал. Я в шоке. Реально, один забирает энергию, стрелок, тот не дает восстанавливаться, тот превращает этот хил, тот хилит. Что еще надо, вот реально? Этот станет суперпаты 35-е. Ты просто на них смотришь и понимаешь, ну здравствуй. Тут как бы мы не атаковали, чтобы мы не меняли. Посмотрите, минус 2 героя просто оно сразу же уходит. Причем сливают очень жестко. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, кто добрался на большой силе до третьего левела. Ну, надо избегать однозначно таких пачек. Все, всем удачи, всем пока.